Всем привет, вы на канале Best Games. Продолжаем играть Metro. Так, и наш друг заблудился. Ага, я так понимаю, что сюда нужно идти. Или нет? Ну, сейчас посмотрим. Опа! Это что было? Так, монстр. Опа, ножик. Заберем. Тут что-то жесткое было, блин. Тут что-то жесткое было, так. Чемодан. Монстры. А, это схватка с монстрами была, я так понимаю. Так, подожди. Выключить лампочку. Откуда? Фух. Новая заметка. Тут я не пройду. Ну, вроде бы все. Все забрал. Идем дальше, так. Так, что, пройдемся вперед. Если вперед дороги не будет, тогда будем пускаться в ту трубу. Так, водичка. Все, значит, дороги сюда нет. Значит, путь один только в трубу. Вот сюда. Так. Только куда именно? Ладно, идем сюда. Опа. Противогазик. Very nice. А, все, я не могу дальше пойти. Там ножик есть, но я не достану, наверное, его, блин. Не пропускает дальше. Ладно, теперь понятно, что сюда дороги дальше нет. Надо возвращаться и идти в другую сторону трубы. Как скользко. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Так. Ульман. Сейчас найдем Ульмана. Ого. Это что такое? Мобилка, что ли? А, нет, это магазин. Ничего себе, крыса, блин, как кот. Ух ты, блин. Какие-то волки, что ли, блин, воют. Страшные звуки. О, это свой. Это свой. Но как? В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в морозе. Присоединяйся. Ты капитан? Молчи, значит, нет. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Ого. А где ж патроны, блин? А вот. Вы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. К
Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда, туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Давай! Может, супчику поедим? Сейчас начнется. Без паники. Так, опа, это что за туман? Мне уже это не нравится, блин. Мне уже это не нравится. Не понял. А что я не так сделал? Не, вроде бы все правильно. Все в порядке. У нас потери. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Так что произошло, блин, ребят? Я уснул, прилег, блин, просыпаюсь, а тут чуваки уже. Бодрячком, пацанчики, бодрячком. Врагу не сдается наш гордый так, ну, надо варяг. Только петь тут, блин. Опа, 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 я уже кого-то слышу. Так, первые двое есть. По очереди, ребята, по очереди. Хватит патронов, блин, на этих чудовищ. Я пустой! Черт, я пустой! Я пока нет. Братва, рожок меняю! Да чё такое, блин? Танцующий монстр, блин. Утечка. Иди сюда, блин. Ползет. А это что-то другое, блин. Это не такой. Ах ты ж, блин. Глушит какой-то монстр непонятный, блин. Че, я, блин, тут сам остался или че, блин? Ах ты, блин, смотри. Ай, блин. Не успел, что ли? Да не, вроде успел. Аптечка, аптечка. Так. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень... Ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. А куда же идти? Карта есть? Собирать то, что пригодится в пути.
уже почти ничего нет. А куда же идти, блин? Так, тут дороги нет. Сюда, что ли? Это что такое? А, сюда, наверное. Ух ты, блин. Так, аккуратненько обходим. У этого чувака ничего нет. А, подожди, я, по-моему, отсюда пришел или нет? Не помню. Ну ладно. Может, мне вообще не сюда идти? Что за звуки? Сейчас начнется. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Колокол. Какой. Убежал чувак. Блин, а куда же мне надо эту кассету вставить? Я так понимаю, может, где-то здесь. А может и нет, блин. Зачем я не без сбил? Что за монстр такой, блин? Че, не пройду? А, пройду. По очереди, ребята, по очереди. Это другие монстры. Видов, конечно, очень много. Так, надо искать дальнейший путь. Так, о, тут что-то полезное. Так, монстры лезут, да лезут, блин. Так, о, есть тут еще лестница наверх. Может, мне сюда надо? Заберем. Так. Стоп, что-то было. Так. И сюда есть. Или я отсюда уже пришел? Непонятно. Так, стоп. Нет, нет, не пришел. Так. А дальше. Блин. Промазал. Промазал. Так, а куда же идти, а? Куда же идти? Подожди, я отсюда пришел или нет? А, точно, я пришел отсюда. Что за звуки, блин, страшные. Где-то играет музыка, блин. Так, тут закрыто. Так, так, так. Туда не пройти, да?
сюда не пройти, значит, должен быть другой выход. Так, подожди, значит, надо сюда, правильно? Ух ты, блин! Чё, не туда? А ну еще раз попробуй. Где этот выход, блин? Подожди. А, блин, не туда пошел. Блин, что мне опять нужно все искать? Обыскивать всех. Уйди отсюда, блин. Зверюк. Попробую еще раз. Зря я сюда. Зря. Так, значит, туда нельзя. И сюда нельзя, да? То же самое. История событий одна и та же. Если падаешь в любую яму, на тебя нападает сразу зверь. Так что лучше ямы обходить. Стоп. Что-то непонятное с крыльями, блин. Так, куда же идти-то это? А? В яму нельзя. Ах ты, блин. Так, ладно, давай наверх. Заберем там, что наверху. Так, тут пусто. И сюда. Где-то играет музыка, я не пойму, где, блин. А, вот нашел какой-то выход. Так. Вход с паролем. Только через пароль. Получай. Падла. Ух ты, блин, тут прям пожар целый. Откуда? Так, возвращаемся. И идем сюда. Так, тут я точно не был еще. Музыка играет. Я не заказывал музыку, блин.
Закрыто. Так, стоп, что-то было. Открываем. Так, подожди. Что-то я потерялся, откуда я пришел. Тут я был. Да вроде был. А тут не был. Ключик от сердца моего. Это что было? Непонятно. Включить ничего нельзя. Так, пройти туда тоже нельзя. Так, а куда ж тогда дальше? Я, блин, потерялся, откуда я пришел. Не помню. Тут закрыто. Был я тут, не был, не помню. А тут, по-моему, был. Тут, по-моему, был. Был, тоже был. А куда же идти? Тут тоже вроде был. Тут тоже был, отсюда. А, отсюда я пришел. Значит, может, сюда. Был. Ничего не пойму, блин. Куда мне идти? Ладно, идем прямо. Тупик. Сюда не пролезу. Да точно нельзя. Так. А здесь я не был. Не пройти. Узковато. Блин, а куда же дальше? Ничего не пойму. Может, сюда? Я не был. Так. Кажется, я на верном пути. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись, пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти,
Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Вон Тома! О, блин! Случайно упал. Не заметил. Стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Вон там! Где-то яма, блин. Вон. Тут не одна даже, блин. Че, я не туда иду? Точно не туда. Туда нельзя. Это ж свинья. Тут кругом свиньи, блин. А куда ж нам идти? Я упал. Стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. Вон Тома! Блин, а куда же нам идти? Может, нам не в эту сторону? Понял? Что, закрыто, что ли? Ничего не пойму, а куда же нам идти, блин? Я не могу понять, куда нам идти. Так, тут мы ничего не включим. Не пойму. Я думаю, что не сюда точно. Может, так получится? Не, ничего не получится. Вот, блин. Надо искать выход. Где-то здесь был, должен быть, я знаю. Где-то здесь. А, вот есть вход. Ух, эти собаки, блин. Так, вперед. Это что было? Стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Вон Тома!
Так, подожди, тут что-то... Растяжка, что ли? Вижу, уже вижу, вот она. А как же... Может, я перепрыгну? Блин. Давай попробуем перепрыгнуть. Получилось. Там что-то происходит. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Где? Покажи. Вот в этом. А тут закрыто. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ой, ой, сзади подползает. Где? Ой-ой, смотри, там дырка. Где? Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Эй, эй, осторожно! Ах ты, блин. Вон дома! Так, пошли, короче. Подожди, что, два входа? А куда же идти? Ладно, давай попробуем пока вниз. Ой, блин, не, наверное, не сюда. Тогда попробуем лучше наверх. Эй, это что? Провод. Это что, растяжки, что ли? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Не знаю. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Так, подожди, а куда же идти дальше? А сюда? Думаешь, мы сможем попасть на небо? Не знаю, не знаю, блин. Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Так, а вот сюда идти нужно? Мой брат пообещал привезти его назад. Только почему? Дура такая, почему салата с вами? Мама! Мамочка! Зачем? Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Спасибо, пусти брат. Меня к ней! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Здоровый? Если бы он потерял сына... Как ты сюда попал? Его бы дядя умер, мам. И нас всех меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Отказался. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры.
Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Новая заметка. Так. Ребята выпустят. А куда же идти? Не сюда так точно. Наверное, сюда. Подумаешь. Без предложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Спасибо. Проходите. Открывай. Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в поле. Опускай лестницу! Это что, с ней, что ли? Что такое? Кто здесь? Кто здесь? Не понял. Прикройте! Чё эта штука не стреляет? Обходите коммуняку! Я так понял, что это не хорошие люди, блин. Точно. Так что надо быть аккуратно. Прижал, да. Так, блин, да. Ух ты, блин. Ничего не видно. Да ё-моё, откуда? Ничего не видно, блин. Так, значит, надо потише. Прижал коммуняку, значит. Дальше! Драные летучие мыши! Давай! Эй, там вроде... Что такое? Кто-то... Кто это? Где? Не отвечаю. Кто это? Коммуняка! Откуда, блин? Сверху, блин. Ух ты, блин, ух ты, блин. Нереально, блин. Капец, они повсюду, и сверху, и снизу. Как же тогда действовать? Блин, что-то эта штука не стреляет, нету давления. А как ее накачать, блин? Показалось все-таки. Коммуняка! Блин, они тут повсюду. Короче, я ухожу подальше. Эй, откройте! Я не хочу здесь быть. Блин, как же ее? По одному, ребят, по одному. Я так не успеваю.
Извините, что с подтишка вас просто много, блин. А я один. Так что надо немножко хитрить, блин. Так, вроде бы еще идут. Заменить фильтр. Я тут фильтр меняю. Потери! Прижал одного! Прижал, да. Черт! Кровь! Скорее кровь остановить! Ах, плохо как! Вот блин! Вот нереально, блин. Нашего подстрелили! Вашего, говоришь? Собираем урожай. Потери! Солдат теряем! Сверху нет никого. Сдохни! Фонарь тут мешает, блин. Прижал, да, блин, я слышал уже это. Так, сверху чисто. Там тоже вроде нет никого. А вот кто-то есть. Солдаты! Сам ты свинья, блин. Так, его я что-то застрял. Фильтр. Так, подожди, а как же... А, вот. Лестница, так называемая. Трубы. Куда дальше? Наверх, что ли? И что тут делать? А... Откуда? Блин, я реально не вижу откуда. Да ё-моё. Так, ладно. Сходить, блин! Ой, разбили мне маску. Срочно маска есть. Блин. Че, реально разбили маску? Блин, все сначала. Вот, блин. Все, блин, сначала. Давай, давай, Шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, как
пожалуйста, поаккуратнее. Так, снова по одному, ребят. Вашего, говоришь? Может, что-то получится с этого, блин. Коммуняка, блин. Ё-моё! Улетел, чувак. Обходите коммуняку! Блин, а где же мне взять новый противогаз? Сверху никого. Ребят, что, никого нету противогаза? Так нечестно, блин. Что же мне делать, а, без противогаза? Я же опять сейчас завалю задание, блин. Может, тут где-то есть? Чего, коммуняка? Прячься. Недолго осталось. Ай, блин! Граната пошла! Ну давай, выходи. Тяжка. Ну давай, давай. Прижал, да, я это уже слышал. Получилось? Не знаю. Вроде бы да. Так, зачистка. А дальше куда, блин?
куда дальше, блин? Так, тут я не пройду. Маска. Нашел, блин. Нулячья маска. Ой, как хорошо. О, не совсем нулячья, но все же намного лучше. Так, блин, как мне туда вылезти? Или я не могу, блин? Куда мне сейчас идти? Прижал гада. Коммуняка, блин. Так, стоп. Попробую еще раз. Это я заблудился. Ой. И не то, что заблудился, я, блин, потерялся. Ладно, так, надо еще как-то попробовать пробраться наверх. Пройду. Какой ужас. Тут фонит, радиация. Опять фильтр, блин, фильтра уходят как сигареты, блин. Так, а куда же идти, а? Да ё-моё. Немножко непонятно. Так, немножко непонятно, куда идти дальше.
все же надо пытаться найти выход. Так, здесь я был. Это что было? Если я тут спрыгну. Ух ты, блин, аптечка. Лечащая маска. Very nice. Прикольно. Так. Новая заметка. Так, наверное, зря я сюда спустился. Спустился, ладно, тогда подымаю. Ай, блин, сейчас паду. Блин. О, подожди. Или это не эта лестница? Да не, вроде бы та была. Уже завалена, блин. Вот, блин. Или это не это? Да не, вроде же это было, блин, лестница. Не, наверное, все-таки не это. Я что-то перепутал. Точно не это. Так, еще раз зайдем. Проверим все. Что-то есть. Все, не зря зашли. Кто-то говорит. Блин, я опять залез в эту яму, блин. О, замечательно, еще и застрял. Придачу, блин. Блин. Так, подожди. Ладно, аккуратно. Зачистка, короче. Блин, а как же вылезти на эту лестницу, а? Очереди, ребята! Коммуняка, блин. Солдат теряем! Ты допрыгался! Коммуняка. Прижал! Думаешь? Нашего убил! Зачистка! Да ё-моё, блин.
Что, реально больше тревога, никого? Красные! Где красные? Да где они? Видел одного. Спрятался, гад, надо искать. Видишь его? Я тоже нет. Может, и не было никого? Да, не было никого, блин. Ну что, пошли искать комиссарчика? Где же они бегают, блин? Только может и не комиссарчик это. Тут закрыто. Так, а куда же дальше, а? Как же? Чё, через окно прыгать или чё, блин? Высоко, блин, или не? Куда мне? Вот я не пойму, куда мне идти, блин? Ух ты, блин, там целая толпа. Точно не туда. Блин.